В рамках IT-кластера планируется также открытие современного отеля, который будет входить в инфраструктуру Академии цифрового развития. В проектировании участвует одна из передовых компаний управляющих, это Safmar Plaza, имеющий опыт международного уровня, управляющий более 10 отелями в Москве и Московской области. Поэтому мы уверены, что гостиница будет международного уровня с высокими качествами и стандартами. Большое внимание мы уделяем проживанию, условиям, вопросу безопасности. Номерной фонд планируется порядка 42 номеров, но спальных мест будет около 100. Ага. Почему? Потому что в некоторых номерах планируется размещение нескольких. Конечно. Будет проведена геологическая, геодезическая экспертиза. Угу. Дополнительно мы будем достраивать здесь пожарные выходы, дополнительно этаж. Сейчас идет реконструкция. Запускается реконструкция и достраивание еще одного этажа. Для, по срокам как это? По срокам это второй квартал следующего года. Ну, как раз столетие образования нашей государственности. 42 номера. Да. Как вы видите, дополнительный этаж сверху. Ага. Слева на картинке видно пожарный выход. Еще лифт. Один дополнительный лифт. Обязательно лифт будет обустроен лифт. Ну, это рабочие места новые. Конечно, рабочие места. Не то, что их десятки, а тем более красиво как. Ага. Очень большое внимание будет уделяться, собственно, озеленению. У нас отдельный план по обустройству территории. Будут большие ели, голубые ели, скорее всего. Цветы. Цветы. Отдельный въезд. Собственно, мы с мэрией города и с мэром согласуем. Еще сплотимся на Кавказе. Соседними республиками будет уже совершенно другая атмосфера, когда молодежь увлечена одним делом, одним направлением, все будут вместе. Но то, что это находится в республике Ингушетия, именно у нас, это дает нам еще больше возможностей. И, ну, я не знаю, наверное, оценить это сегодня, вы знаете, я не могу даже. Такое здание, оно же тоже выкуплено, здесь будут люди приезжать, и для нас это очень важно. Лицензию мы получили, все разрешения получены, полная поддержка, все понимают, представитель правительства абсолютно. Мы себя чувствуем комфортно, спасибо вам, все, мы идем вместе вперед. Огромный вклад благотворительного фонда Safmar, я вам хочу сказать огромное спасибо. Спасибо вам лично и вашей всей команде, потому что сегодня новая страница, она абсолютно новая. Она, которая принесет, я убежден, столько нового для нашей молодежи. Благодаря вам, вот эта вот академия, вот такие здания для того, чтобы проживать кампус, я думаю, здесь мы должны понимать. И то внимание, которое необходимо, вы к нам уделяете, у нас будет взаимно. Это я вам говорю от себя, от нашего правительства, от всех, от жителей тем более. Мы видели поддержку, мы видели, что вы человек, который болеет за республику. Да, это в Ингушетии. Да, это прорывные академии и другие объекты. В дальнейшем еще будет. Но самое главное, это одна из частей целой нашей Родины, Россия. Это ведь специалисты будут работать от Камчатки до Калининграда. Это пользу будет приносить нам, как субъекту республики, ну и в целом нашей стране. И в этом, я думаю, каждый вклад в нашу республику, это в целом для нашей большой России. Поэтому, думаю, и правительство поэтому поддержало. Ведь конкретно, и по строительству, вы говорите, и вице-премьеры поддерживают, и президент, который высказал это мнение, что нам нужно, чтобы мы, искусственный интеллект, и дальше шли. А это же все взаимосвязано. Поэтому поддерживать будем и будем идти вперед.